И всем привет! А что у нас? Мы хотели вам вчера вечером показать. Ха-ха. Снег! У нас ночью был снег, выпал первый. Пускай он, конечно, уже почти весь растаял, от него одно название, но он был. Ну круто ж, что уже выпал снег. Ну, декабря нема, но снег выпал. Ну ладно. Так, надо позвонить, чтобы Тёмика выводили, да? Сейчас забираю Тёмика уже. Что там уже роют? Расчищают прошлое, что-то будет строить. Прикольно. Тёма бегает. На улице гуляли. Ты на улице гулял, да? Бежи, бежи. Пошли. Классно на улице было, да? Да. Да, здоровались уже. Нагулялись? Да. Я вижу, что щеки красные. Так, отлично. Тёмика забрали. Тут шумно, капец. Едем за Таней. Давай, оп, и ты в машине. Молодец. Ножки чуть ты придаю тебе ноги. Молодец. Так, или я не ошибаюсь, или почему на асфальте белое? В смысле? Они что, уже умудрились посыпаться одной ночью? Снег выпал, чтобы вы понимали, он на асфальте даже не лежал. Да это же явно как посыпанное. Белое он по краям. А вот тучки выглядят как снежные. Интересно, куда они движутся, потому что у нас вот справа вот так вот, а слева вот такие вот тучки. Интересненько. Кто любит снег, ставьте лайки. Я вы люблю. Же... Конечно, я люблю. Мы с Тёмой прям обожаем снег. Да, о, мама звонит. Ребята, всем привет! Вам Сережа говорил, что у нас сегодня снег был? Да, я показывал, машина тоже так, сзади там была в снегу. Классно. Да, только я что-то не понял, только что ехал, показывал, у нас по дамбе вот там, да и здесь так вроде. Ну вот лежит как чуть-чуть. Будто посыпали. А, вот да? Белый асфальт, он белого цвета, как будто после соли. В смысле посыпали? Я вот не знаю. Это... Это смешно. Это очень смешно. Тёма, как ты утром говорил за снег? О, я мечтала о снегу, я очень рад. Тёма мечтал о снеге, он вообще рад, что он выпал, был сегодня утром. Да, так мы увидели это уже как с вами там попрощались, думаю, ладно, камеру включать не будем. А он именно ночью выпал. Да. Ночью так прикольно. Я вышла, смотрю, шла на работу, смотрю, белки у нас в парке, этот самый в снегу так ковыряются, что-то там ищут. Так прикольно, все снегом покрыты. Вот это вот, я понимаю, начинается зимняя погодка. А не то, что просто вот серые будни и все. Да? А мы сейчас за кофе. На улице холодно. У нас сегодня было -3. Ты опять тут остался? Да? Угу. Ого. Тебе вот эта штука интересна разве? Да? Ну хорошо. Взяли на заметку. Ладно, мы пошли тебе сосиску возьмем, да? Угу. Хорошо, давай. Да, в тесте. Где мы и ушли с поля зрения? Сережа и встретили Илюху. А где они делись? Капец, где они уже? Свалили от меня. Вы что, решили свалить? Да, нет. Вы что, офигели? Сколько стоит? Сколько стоит? Откуда я знаю? А для вас бесплатно. О, там спросить можно. Просто они по 109. Маргаритка. Нашли? Сломали. О, тихо, тихо, оно лезло, смотри. Тихо, смотри. Да ты так не это, положи на место. О-о-о-о! Пустой! Не туда, вот так! Мы сломали все это. Пошли, на нас повесят. Один сгрил. Да я там не то что-то нажал. Но один сгрил, мне нравится. 17, да вот тебе еще один есть. О, сними отсюда, какой тебе нравится. Смотри, тут тоже много тихо, чего тихо, можно снять. Тихо, тихо. Тихо.
Прикинь. В смысле по 124? Я по 109. Если бы не Таня, то ты бы ничего не смог сделать. Ага, 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 давайте, хвалите меня. Что другое? Это не черная смородина. Маргарита черная смородина? Там была так написана. Это не черная смородина. Возьми, попробуй, не хочу. Это не черная смородина. Дичь наша. Стопудово. Да, капец. За Этёме эту сосиску сказал обязательно в тесте, не просто. Иди, вы. Они опять решили додолбаться до конфет. Какую-то. Ну вот почему я быстрее вас. Иди, на. И пакетики. Мне и не могу, да, подержи. Он заплатит. Нет, я вынесу. Это что, реально последний? Тебе повезло. А ты такой пакетик? Я думала, тебе с ручкой принести. Что вчера увидел. На, держи. По новостям типа как. О, пакетик с ручкой. Зая. Хватит. О, все, пошли. Пользуемся, пока не бесплатны. Вот, бери черный. А, ты бесплатный. Понимаешь? Черный бесплатный. О, черный бесплатный, да. А зачем я туда шла, если он тут был? А ну, лизни пальчики. Вот, какие добрые люди. Сам себе в маску плюнул. А теперь плюйся. Так это тоже так делать? Это же, они скоро платные будут. Что-то не учишься, да? Мне не могу даже запихать. Я тебя найду. Да, сейчас реально будем пить безлактозные. Мама, каким я и записывал? Безлактозный. Безлактозный. Нема там ничего. И тут нема ничего. У меня заканчивается мое это. Шоколад. Куда кидаешь? Какая Илюха? На. А это тоже можешь закинуть. Ведь не мали. Что такое? Дорода на платье. Обомжали, да? А теперь, а еще просишь, чтобы мы у него что купили? О, никаких телек. Появились деньги. А. О. Куда-куда. А что такое? Так, подожди, постой. Что значит подожди, постой? Мы не снимаете. А камеру зарядили, да? Да. Ты яйца говорил, да? Да, там. На, а я пошел. Пиши. Тёма, пошли. Идем, 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 идем. О, пожалуйста. Давай, раз, вот. Все, прошло. Вот зашло ему сюда приходить поиграться. Ты понял намек? Домой надо такой конструктор. Тебе что, такой домой надо будет купить или что? Что ты говорит, алло, гараж? Бентли ты, а не гараж. Идем, Илюха пошел кофе делать. Да, о, тогда все. Мы ушли. Тёма. Кто-то что-то крал. Все, побежали, 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 бежим, 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 бежим. Бежим, убегаем. Все, аккуратно, у папы кофе. Так, я так понимаю, место встречи изменить нельзя. Опять это этот самый, это, приспособление для пытки людей. Эй, спасибо большое. Это бомба, вот. Там бомба. Кричи, сейчас магазин закрою. Ой, твоя вода укатилась. Где там Илюха? Все, придет. Воду варить опять, да? Разговаривают, 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 разговаривают. Шо, о чем? Непонятно. Илюха, ты зачем столько кофе выпил? Не, возле тебя два стаканчика стоит, ничего не знаю. То ты с Тёмой уже будешь разбираться. Ты поговори, там у него руки заняты. Сосиска в тесте. 10 сосисок в тесте. Тёма, покажи свои сосиски. 10 сосисок в тесте. Ты заметил, сколько народу идет с покупками? Наверное. Что значит, наверное? Потому что, знаю, черная пятница. Капец. В эти дни мы купили наш телевизор. Да, 2 года назад. Там сколько труб уже стоит? Я не знаю. Но кран лежит. Сейчас, увидишь, сматываются они уже. Прикольно. Блин. Пропускаем, пропускаем. Ну, желательно. Желательно? Думаешь, по-другому никак? Так. Ой, а что там такое большое повезли впереди, ты видишь? Да что-то повезли, да. Ух ты. Это случайно там не бровка, не? Не бордюрку? Позвонила бабушка, сказала, ей надо этот самый. Провод поломался у нее для зарядки. Без телефона никуда. Угу. Сейчас расскажу, как это происходило. Все, весь разговор. Смешно так. Уже темнеет, они до сих пор работают. Там еще один слой, получается, сняли вот тут, да? Да. Будет новый налаживать. Ну, отлично. Правильно, так вот так и должен быть делаться асфальт. Все должно быть заново сделано. Сколько техники? Переделано, вкатано. Бровка.
Ой, это явно не бордюр. Нет, это ковши на машину. О, класс. То есть не ковши, но эти задние. Ага. Звонит бабушка, говорит: Таня, у меня поломался этот заряжачок. Там зарядное для телефона? Да. А что у тебя поломалось? Ну, у меня там провод, ну провод. Я говорю: ба, говорю, у тебя провод, говорю, отсоединяется от блока питания, от блочка? Ну, от мобилки отсоединяется, да. Говорю: у тебя провод, говорю, отсоединяется от той штучки, которая в резетку влазит, от вилки, от той большой, от той толстенькой? Говорю: да. Не знаю. Говорю: блин, ба, говорю, так тебе провод или полностью зарядное? Я говорю: попробуй вытянуть. Я говорю: а во, вытянулось. Я говорю: слава богу, это всего лишь провод. Еле добилась. Минут 10 не разговаривала, чтобы добиться, что у нее именно. Поэтому сейчас мы едем к одной бабушке и ко второй бабушке. А прежде чем идти до бабушки, надо взять чего-нибудь сладенького. Пам-пам-пам. Та-дам. Медвежат купили. Вкусненьких медвежат. Все, по дороге? Да. Как все нормальные человеки? Да, абсолютно верно. Отлично. Все нормальные человеки. Идем в магазин бабушки за проводом. А. Вот, понятно? Телефон нельзя, наушники нельзя, когда идешь через пешеходные. Так везде. Камеру тоже. Что значит камеру тоже? Камера нужна. Не знаю, где тут еще один такой магазин, но тут все разобрали. Прикольно, одни тайпсишные остались. Сегодня последние 3 штуки забрали. Но там один висит, но 2 метра. Бабуле, наверное, столько не надо. Там он нет, да, можно было бы взять его 2-метровый, но он еще такой бе-бе. Ну, он долго не проживет. Ага. Йоп. Там, видите, маленькая такая морфинка. Ой. С фарами хорошо. Вот это она светит. Да. О, сейчас объедет нас. Давай. Красота. О. Все, тебе привет большой. Максим. Подписчик. Пообщались? Ага. А говорит: где-то я видел эту машину. Не, ну то он так сказал. Ну, поприкалывался, так это самое. Ну что, прикольно, постояли, пообщались. О, канавка впереди. Смотри, какое совпадение. Вижу. Только нам сюда. В смысле, а зачем мы заводили машину, ехали? Где-то я еще видел этот магазин. Да? Где-то вот, где-то здесь. Включай телефон, смотри. Только в нем можно купить такое что-то хорошее. Давай. Так. Не поверите, заехали в глушь, я думаю, тут будет. Я думаю, еще одна попытка сходить. Че? Нормально тут ларечек. Вот видишь, прикол, да? Нема где купить даже провод. Я в шоке. Нашли. Ура. Последний. Только было так, конечно, темно, не видно. Но мы нашли последний. 85. Зато слышно. Да. А все остальное ерунда. Все, бабушки завезли провод, я поднялась. Все отлично подошло. Так туго втыкнулось. Ну, потому что вообще хороший провод. Ну, да, это же провод, да. 85 гривен, как бы. Для провода это неплохая цена. Наши, хорошая, конечно, которые в машине, они по 300 стоят. Ну, вы же понимаете, ну. Ну, просто пользоваться, втыкнул, да, вытыкнул, да, на это месте. Это для машины, всегда, понимаете, потому что вы будете ерзать, ну, надо, чтобы он прям вообще хороший-хороший, угу, был. Ну, в общем, вот такие дела. И очень хорошая новость. А-а-а. Сережа только что записался, а-а-а, на Харьков на установку линз. Умничка. Еще больше, еще шире, вот так. Отлично. Все, теперь едем к другой бабушке. Ух ты, тут прям лед. Ой-ой-ой. А тут вечно такая проблема. Такая, я слышала, это АБС работало. А тетю не видно. Там идет тетя наша. Тетя Оля. Да. Прикольно, ну вот что, бабушка. Вот лед у них. Бабушка уже чайник должна поставить. Сказала, чайник стоит, но еще не греет. Там говоришь? Понедельник, дождь со снегом обещают. Отлично. Почему я бы и нет? Я очень рад, да. Меня там сзади снег щекочат. Щекотят. По ребрам. Меня по ребрам. Придется стол отодвигать. Да отодвинем. Я знаю их. Это Таня. А? Просто предпочитаю. Ну, смотри, разверни карту. Ты берешь, она даже накалываешь, она прям вообще так. Если я быстро вспомню, кто-то любит этот творог переваренный, например, если этот. Чтобы вообще его, типа, не было. А гречка, когда переваренная, ужас. Если я его ем, и он хрустит на зубах, я обожаю. А когда гречка переваренная? Да. Пережаренная. Пережаренная? Не жареная. А я жарю гречку. Оля, я очень вкусно. Мальчишек, буду такие. Ну конечно, рабицу-то тоже надо. Что ты тут втираешь? Домой собираться надо. Надо. Тебе еще делать подарок.
доделывать, красить, мучиться. Красить тебе, не, а мне собирать его. Видите, вам показывали, как цветой же светился. Быть возможно, не залипли. Точно. Залипли. У нас какой-то. Вот. Ну, опять водостойкая для граффити. Что вы такие серьезные? Ну, потому что вы же деньги. Вы такие серьезные, капец. Неинтересные вы. Ты мой тоже с нами? Это сейчас достроим. Третий этаж на кровати? Когда достроите, тогда я оставлю. Давай, ключи, заводи, дай машинку. Кого тебе дать? Машину заводи еще. Нас не удивишь этим. Но! Тёмочка, ты обулся? Блин-дынь-дынь-дынь-дынь. О, пошло. Что за красавицы такие? Как эти самые. Кто? Вот тут бы должна подошва быть. Она бог знает куда. А у меня тоже, кстати, такие. Да, вот, да, но у всех так делается. Да. А, ну вот, примерно Зая, такого же самого типа. Эта бабушка не видела еще мои зимние. Ничего. Бежим от человека. С кровати спрыгнул туда. Тихо. Иди обувайся. Обувайся. Все. Вот выросли. Там есть блок. Обувайся, 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 обувайся. Ты гора? Что, пошлите. Все, любим, целуем. О, а с Тёмой еще лучше, да? Пошли. Что, бежи. Включи, целовал? Целовал. Да. Целовал, заливался, и я. Брик, что, не холодно, Тёма? Нет, конечно, нет. Так гулять. Да? Все, теперь мы едем. Мы бежим в машину и едем за третьей бабушкой. С работы её забрать. Сегодня день бабушек. Всех. А это мокрый уже лёдик? Да. Супер. Походу, это лёдик. Это уже лёдик. Отвечаю я комментарии, отвечаю, поднимаю глаза и не пойму, передо мной что-то красное и два жёлтых глаза. Только когда ближе подъехали, я поняла, что это фура. Я же испугалась, думаю, что это такое. Вот, одна бабушка. Подождите, точнее, это уже третья бабушка за сегодня. Обходите. А? Говорю, третья бабушка за сегодня. Да я видела, мучались. Не двери, а чтоб я там сделала? Кто-то ничего. Опустил это и поднял. Туда оно. Да. Очень мило. Неплохо так, да? Офигеть. 20-30. Все перелопатили. Но, видишь, да, бровки уже поставили. А там плитка стоит оно. Они будут это все плиткой заделывать? Похоже. Было бы неплохо. Круто. Все, бабушки, пока. Все, мам, давай. Бабушка стоит, думает теперь, как обходить его. Так, через подъезд. Все, теперь мы домой. Да. Конечно, когда выгнали меня с машины, ой, чтобы маджинтис. Заехать. Маджинтис, да? Вытягивай. Я взял в руки. Не взял в руки? Да. Там он тебе так нужен. Опа. Ну и как тебе снег? Да, холодный? Да. Мокрый и холодный. Отлично. Все. А я не буду одевать курточку, я так пойду. Мне просто неудобно. Это называется, не успели у бабушки что-нибудь перекусить, и домой приехать надо обязательно перекусить, да? А как по-другому? Это ладно, уже, блин, пол 11. Время, что сколько закрыть. Прошло? Зачем закрывать? А что, не надо? Нет, там мясо лежит. Кому? Никого? А что, мы будем мясо с этим? А чье? Мясо с этим будем, да? А, чу, ты будешь рис делать? Нет, мы просто я не смотрю, я смотрю, соль стоит. Мы просто видим, покушаем все. Ну и ладно, я не против. Смотри, только картошечки, пожалуйста, добавь туда, жареные. И будет очень-очень вкусно. Я бы с удовольствием, но я просто понимаю, и ты, и я уже кушать хотим, и Тёма, наверное, уже тоже. Это будет быстрее. А картошечку пока почистишь. Мне ж никто не хочет ее очистить. Слушай, приедьте кто-нибудь почистить мне картошку? А рис-то у меня уже готов. На-на-на. Обязательно соевым соусом, потому что без него не вкусно. И жарится.
И я пошла Сереже мешать. Там-па-бам. Па-бам-па-бам. Я пришла тебе мешать. Зачем? Просто так. Потому что тебе тут скучно. Да лучше принеси покушать. Тебе тут скучно. Не мешай работать. А я пришла тебе мешать. Тебе тут скучно без меня. Я знаю. Спасибо большое. Не мешай мне работать. Лучше принеси покушать. А я уже кушаю. Мы поговорили. Послала ты какой-то. Тут принесли огурцы. Вот и эти. Хватит. А, вот она. Что такое? Я просто не знаю, где ты. Потерялся. Да, пойдет. Красиво, хорошо, вкусно. Эх. Ты же попробовал, ты уже все сказал? Красиво, хорошо, вкусно. Я ничего не пробовал, ничего не сказал. Кушаем и варим в заплывы. В заплывы? За отлично, мне эта идея нравится. Все приятного аппетита. Я красуня? Да, 100%. Эй! Бешеный Сережа. Ты колонку два раза чуть не свалил. Ты смотри, что ты сделал. Ты это, спутниковую мою антенну чуть не поломал. Нагретый. Я тоже так умею. Ну и несу. Несу ему, значит, горячий напиток. А он мне знает, что говорит? А зачем ты мне чай сделал? У меня жлейка есть. А ничего, что ты такое же попросил чай? Это не Сережа. Это просто. Я спать. А ты пей, что хочешь. Тут что-то сыр за тебя есть. Ну и ешь. А я вот так вот. Спокойной ночи, любим, целуем. Это за место головы, да? Вот так? О, отлично. Таня выглядит. Все, давай, ложимся спать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Что еще надо сказать? На колокольчик? Ставьте обязательно колокольчик. Всем огромнейшее просто спасибо за донаты. Всем спасибо и всем пока. А пока, народ. Пока. Сережа пьет чай и спит.